Хоккеисты ритмично стучали клюшками по льду. Так выглядят своеобразные хоккейные аплодисменты. Аплодировать здесь было чему. Открытие корта в поселке Красномайский – важное спортивное событие. Как только стало известно об открытии нового корта, сразу же образовалась юношеская хоккейная команда Вышневолодского района. Сегодня мы открываем первый. Через неделю в Конаково откроем. И это очень правильно, это символично, когда в небольших поселениях, на сельской местности открываются современные катки. Оба спортивных объекта подарены Тверской области Федерации хоккея России после переговоров губернатора с главой организации. Президент Федерации хоккея Владислав Третьяк с уважением относится к Тверской земле и, в частности, к Вышневолодской, откуда родом его супруга. Именно сюда приезжал с семьей знаменитый хоккеист, чтобы отдохнуть и восстановить силы перед новыми победами. Эти победы, надеется легенда хоккейного спорта, ожидают и тех, кто на данный момент стоит лишь в начале пути. И сегодня, открывая эту коробку, мы надеемся, что на этой коробке появятся новые Ковальчуки, Малкины, Фирсены, Фетисены, те, которые и сегодня будут прославлять на Олимпийские игры нашу команду. Вручив вместе с Владиславом Третьяком подарки хоккеистам, Андрей Шевелев подчеркнул: сооружение представляет собой нечто большее, чем просто хоккейный корт. Это еще и отличная площадка для активного отдыха в любое время года. К тому же предназначена не только спортсменам. Доступ к корту будет открыт всем желающим. Летом здесь можно будет кататься на роликах, зимой на коньках. Это место притяжения на сельской местности молодежи и взрослых. Главная наша задача с губернатором, чтобы действительно сегодня физкультура и спорт стал частью здоровья каждого человека, частью культуры каждого человека. Как добавил Владислав Третьяк, главное даже не то, что кто-то из детей, пришедших на корт, сможет стать знаменитым спортсменом. Важно воспитывать подрастающее поколение здоровым и сильным. Показать пример детям решили наглядно. И если на открытии клюшки стучали чисто символически, то после церемонии стук перестал быть праздным. На только что открытом корте состоялась товарищеская игра между командами Тверичи и хоккейного клуба «Балагое». Пришло время опробовать лед. Мария Лебедева, Виталий Осипов, РЕН-ТВ «Пилот».